Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Бравл Старс. У нас сезон завершен, оказывается. Золотая лига 1. Эта боевая карта будет отображаться в следующем сезоне. Какая карта? Не показали. Так, ну что, давай посмотрим подарок. По-моему, там, если не ошибаюсь, у нас 5 сил вроде бы, да? А, не 5 сил, 5 кредитов. 5 кредитов. И я так понимаю, что у нас начинается новый сезон. А в новом сезоне что у нас? Я не знаю, что у нас в новом сезоне, потому что, ребят, давно не играл, сезон давно не завершал. Ну, наверное, новые задания, как всегда. Так. Выходим. Зайдем в квесты. Посмотрим, что у нас. О, новенький квест есть. Столкновение или нокаут. Выиграйте бой 3 раза. Нанесите 100 тысяч единиц урона Кольтом, Джесси или Нитой. Выиграйте бой с бойцом Гриф. И все, пока. Тю-тю-тю-тю. Ну что, начнем, наверное, с Грифом. Его все равно надо, друзья, прокачивать. Как ни крути. Заодно и посмотрим. Так, Гриф. Где-то у нас. А, Гриф, Гриф, Гриф. А вот и Гриф. Гриф ведет себя как успешный бизнесмен, но его магазин сувениров в шаге от банкротства. А сам он бегает от налогов, от налоговых инспекторов. Вот такая вот. Так, и сразу же мы сделаем еще одно задание. Это столкновение или нокаут. Вот, столкновение или нокаут. Ну давай нокаут, наверное, выберем. Нокаут, да, значит. Есть нокаут. О, ну что же, погнали, друзья. Фиг ли делать-то. Посмотрим, как будет себя Гриф тут вести. Надеюсь, очень нормально, очень хорошо. Так, опять шарф. Фараонша. Погнали. Вот и я забыл совсем. Да ёпросте. Я почему-то думал, что он как динамайк бомбит. Бросает эти. А он нет, он просто у нас стрелок. Ульта у него, по-моему, он бросает там. Да. Пока довольно легко все идет. Ну, фараонша вышла, бомбанула. Все нормально, все пучком. Ну, а мы с тобой Грифа прокачиваем на третий уровень 100%. Так, у нас даже аж 3 задания, ребята, выполняется. Ай, редкий. Удвоитель опыта. Так, а нам нужно еще 200, да? Окей. 200-то мы набьем в любом случае. Посмотрим, что там нам будут давать. А, вот, новый сезон кончается, когда мы с тобой доходим до лиги, до золотой, я так понимаю. Слушай, а тут неплохая команда у противника. Посмотрим, как они тебя. Они вон там пошли, да? Значит, я пошел здесь, а они пошли вон там. Куда, Джин? Блин, как же у меня, ребята, 3 заряда этих быстро кончается. В никуда, блин. Такс. А ну, вы, смотрю, вообще прям приборзели, ребят. Вообще приборзели, прям в наглую туда поперли. Бессмертники, блин. Да, Макс, она такая. Шустрая, быстрая. И мы получаем 4 уровень. С какой-то банкой, типа копилка у него, что ли, стоит тут. Блин, мне все-таки интересно глянуть, что тут будет. Звезда, что ли, будет даваться? Нет, случайный приз. А здесь? А здесь у нас... Угу, 300 монет. Вот что мне нужно. Поехали.
Мне нужны кредиты, чтобы открыть себе нового персонажа. И как раз, если мы с тобой заберем эти кредитики. Ой-ой-ой. Два грифа, тут кольт. Покка. Ну, я не знаю. Нафиг я это открыл, скажи-ка мне на милость. Вот и бизнес. Так, остался Покка. Да Покка не выживет здесь. Так же, как и я, блин. Я почему-то на этого смотрел, на грифа. Это вообще не я был. Так, кольт, 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 кольт. В никуда просто свои выстрелы произвел. Бегаю тут. Даже ни одного не подбил. Пятый уровень. Угу. Первое мы сделали. Так, выиграйте еще два боя и... Ну, 60 тысяч урон, конечно. Так, надо постараться сделать. Так, ну вот и награда. Давай смотреть. Ай, просто редкий, блин, 50 монет. То есть теперь просто будет, ребят, случайная нам награда выпадать за 1600. Ну это, блин. Ну дофига, раньше было, надо было 800-900 копить, теперь 1600. Это в два раза больше, чем было. Так, парень с пузырьками, бомбардир этот. Погнали. Бомбермен, как всегда, заснул, ребят. Как всегда, заснул. Ать, засветился. Розочка. Так, блин, я так и думал, ребят, что прогорю. Так, бомбу, бомбу, бомбу он отправил. Выиграли, да? Выиграли, но без меня, блин. Хорош отвлекать своими этими шариками. Так, Роза, как всегда, ребят, лезет вперед. Ей больше всех надо. Так, и нам Нита у нас осталось. Ну и норм. Ну понятно, короче. Я двоих подбил, да, лидер по урону. Шестой уровень. Угу. Еще один бой выиграем. Ну и остается там только лишь урон нанести. Да, редкий. Так, и там последняя у нас звездочка будет. Пока все легко, знаешь, так спокойно играется. Как только как только начинается какая-нибудь трешня, все, пукан рвется, блин, на части, блин, так скажем. Погнали. Бо, ребята, там бо. Так, ну что, остается один только там, я смотрю. Да, фараоншу мы с тобой просто облепили. Или кто там был? Джин? Нет, там была фараонша, по-моему. Или Джин, блин. Так, они все в обход идут. Бо! Ага. Нет, нет, нет. Ребят, ну я так не согласен. Я так не согласен был. Пока молодец, там ходит. Брынчит на своей гитаре. Седьмой уровень получим? Нет, седьмой уровень пока не получили. Но получим его сейчас. Давай, отыграем, так уж и быть. За нашего грифа. Нам вообще надо, честно говоря, 10 уровень ему набить. Мы так договорились. Убиваем 10 уровень, и будет нам счастье. Так, каратист, Пенни тут. А у них фараонша. Фараонша бежит.
Так, минус 2. Он успел... А, это наши поставили турель. Ну все, понятное дело, что ей здесь одной не справиться. А если я пойду здесь, к примеру? А, у фараон что-то не заклепал. Не добил я ее чуть-чуть, а этот ее все-таки шлепнул. Ну. Так, 7 уровень. А, нам остается только нанести урон. Поехали. Как раз два поединка, друзья мои, получим последнюю звезду здесь. Вот так вот. Я, наверное, по левой стороне побегу. Так, там Нита у нас. Да ладно, блин, ну. Ну как так-то, блин, ну. Так, Нита где-то здесь даже. Вон она ныкается. Пока ты с этим прицеливанием, блин. Нет, я не хочу туда идти, мне что-то там не понравилось. Пойдем здесь. Так, там Эль Прима, там Нита. Так, Макс. Понятно, у меня просто заряды кончились, друзья. Ага. Сделали дело, да? А что он делает? Он тоже ближник, что ли, этот картист? Я так, ребята, и... особо не смотрел. А вот и 8 уровень. Так, 8 уровень, да? Сколько там еще? Еще немножечко. Поехали, как раз еще звезду получим. Нам надо выполнить. Ну и до 10 его прокачаем. Сразу же этого грифа. Получим 10 блинков и уже будем, наверное, переключаться на другого персонажа. Там у нас... По-моему... А, нет, у нас больше заданий не осталось. Мы с тобой 3 задания выполнили. Так, Мортис пошли. Они пошли туда все. Ать, я промахнулся. Блин, я вообще тут никого не успел даже хлопнуть. Этот всех взял на себя. Фрэнк. Ну, тут нормально он. Всех под стан подставил, а нам только надо было разобрать. И Пока нормально расклепал. Хотя самого здоровья-то практически и не было. Так, сколько там еще получается? 6000 урона. Ну, супер редкий, 100 монет. Так, 7 баллов набираем. 7 кубков и... Ну и все. А, забираем с тобой награду. А награда, ну что, звездочка, да? Мистер Пропер. Мистер Пропер. Мистер Пропер. Пропердел. Так, есть. У них что, 2 шарфа? Нет, ребят, это не шарф, это я не знаю кто, если честно. Да. За счет себя, ребята, ее засветил и... Ну, она меня шлепнула, конечно, но ее, ты видел, тоже подбили. Ну, главное, что этот дурачок, ребят, подставляется. Угу. И последний, где он там? Подбили в кустах его. Ну и ульта, короче, он разбрасывается кредитками, я так понимаю.
И 9 уровень. Так, и нанесли урон. Но, как ты понимаешь, все равно, ребят, не хватает мне еще до билета. А здесь мы забираем 300 монет. 300 монет, и надо как-то, ребят, получать кредиты. Вот эти вот. Как-то получать. Так, ну посмотрим по заданиям, что у нас там есть. Или мы все-таки действительно все выполнили. Ага, вот у нас тут, ребят. Кольт, Джесси или Нита. Кольт, Джесси или Нита. Джесси. Джесси 15 уровня, ее Нита 12, Кольт 13. Блин, кого? Наверное, самого слабого будем тогда. Правда, урон быстрее набивается Кольтом, чем Нитой. Ну, сам понимаешь, у Ниты что, ну, медведь и... Три заряда атаки, так. Котейка. Ну, пойдем посмотрим, что у нас получится. Да ну хватит ты, ну. Минус. Минус Шелли. Отлично. Тут разбомбили. Погнали. Я не понимаю смысл. Фиг ли они выходят из кустов? Сидели бы в своих кустиках там, да и... Давай, Мишка, пожалуйста, накажи там. Двоих просто снес. Нормально. Сколько? 100 тысяч урона надо нанести. 100 тысяч. Угу. Ну погнали тогда дальше. 100 тысяч, это мы если 10 тысяч за бой наносим. Нам надо 10 боев провести. Ну уже 9, конечно. Может, как-то оно быстрее пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой. Шарф. Ворон. И мы тут динамайк. Блин, не знаю. Так, слушай, подожди, там воронок, да? А этот сидит в кустах. Так, ну где-то здесь же он. Вытравливаю, вытравливаю его. Ага, ага. Динамайк, ну нахрена ты так? Давай, давай, давай. Готов. Прижучили мы, короче, его. Но тут главное шарфа, ребят, бомбануть. Так, этот наверняка будет издалека бомбить. Ай-яй-яй, Мортис, уходи. Так, нам бы отхиляться бы. Мортис, ну нафига ты высвечиваешься? Отлично. Так, ну что, где-то шарф должен быть. А, не шарф, ворон, ё-моё. Шарфа мы уничтожили первым, ворон, да?
Да, блин, заколебаюсь я урон наносить. Подожди, а мы же выполнили задание. Мне же теперь можно... Джесси, Нита, Кольт. Блин, нет, нифига. Надо играть за Ниту, потому что она слабее по уровню. Ну, надо задание выполнить. В конце-то концов. Так, Брок. Понятно, короче, у нас тут. У них-то будет, по-моему, команда, ребят, попрофитнее. Кольц сидит, спит. Все, ребят, понятно с ним. Ну, зачем ты засветил контору? Скажи-ка мне на милость. Так, стоим, хиляемся, ребят. Бул. Это же Нита там была, да? Была. Ключевое слово. Так, Бул здесь ныкается. Готов. Да, ныкался. Ныкальщик несчастный. Так, я прячусь. Кольт, не светись. Ауч, ауч. Все, Кольт. К сожалению, хотя... Он тебя видит, она тебя видит, Нита. Хиляйся. Ну, не знаю, не знаю, друзья мои. Прошушивает кусты. Ну что, сейчас будет зона? Я буду в шоке, если еще Нита выиграет здесь. Ой, баран. Да, чуданул ты, мужичок, конечно, чуданул. Давай-ка мы, наверное, Ниту эту прижучим. Так, Бул. Был. Ну и осталась Фараонша. Фараонша спалилась, друзья мои. Вон она. Ну что, она потеряла ульту, друзья мои. Ну как потеряла? Она ее использовала. Так, ну что, двигаемся дальше. А, Нита чуть-чуть не хватает, да? Так, а просто призрак. Пока... Я не могу пока играть, ребят. Она после этого поединка, если выиграем, получит уровень 13. Так, Шарф, Брок, ну и я. А у них, ребята, возьми битка твою налево, блин. Даже не знаю. Возьми битку, будут с кустов 100% бомбить. Поехали. Есть. Она выбежала, засветилась и начала бомбить по Шарфу. Но это было, мне кажется, глупо, друзья мои. Так, Шарф у нас, по-моему, в отключке. Так, минус МЗ. Ну и тут же восьмибитка, ребят, сразу же автоматом. Так, снайпер, да? Снайпер, блин, ну Шарф, конечно, когда в ближний бой вступает, все тут хана.
шансов там выжить ноль. Так, а мы получаем уровень 13. Блин, я даже еще половину по урону не набил. Майкл Саш какой-то. Поехали дальше. Так, может в захват кристаллов рубануть. Только не броубол, блин. От него бомбит. От броубола этого. Так, фараонша Нита Фрэнк у нас. Ой-ой-ой-ой-ой, куда ж ты, как ты? Так, ребят, засветился, короче, у нас тут Эль Прима. Пчелобойщик там тоже бомбит. Так, и вот мы остались с ним один на один. Так-с, разрулили. Ты серьезно? Приматч? Ну? Так, не хватило, да? Бамс. А вот как ты будешь... А, ты одна осталась. Нет, ну тут навряд ли. Навряд ли, конечно, ребят. Меня Эль Прима подколол. Вот лично меня. Так, этого ушатали. Ну все, ребят, тут победа за нами. Но ты не подсуп... Готов. Прижучили его. Он ульту потратил свою. Мухобойную, так скажем. Или жалобойную. И Фрэнк его подловил там. Так сказать, подловил его в кустах. Ну а что он там с ним делал дальше, вам лучше не знать. Поехали. Так, Леон, Дэрил, ну и я. У них Брок. Смотри, 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 смотри. Сразу обстреливают кусты, ребят. Но где-то последний у нас. Ну вон он, Динамайк у нас где. Просто, просто в окружную его отчпекали. Нафиг ты это сделал? Так, отходим, потому что этот сейчас начнут они здесь. Эту школу мы проходили. Ага, ну давай еще. Еще залпик-то сделай. Стрелок тоже мне, ворошиловский. Нет, ну тут главное, ребят, не спешить. Спешка ни к чему хорошему здесь не приводит. Обычно, когда вот по кристаллам, да, есть какая-то заварушка, и ты видишь, что проигрываешь, там, конечно, уже плевать на все. Там главное дать врагу звезделей, чтобы отобрать его всю награду. Там уже пофиг. Особенно, когда отчет времени идет. Так, ну что, почесали. Блин, вот мы все втроем, блин, идем в одну кучу. Это что за говноед? Так. Мортис, ребята, попал очень круто. Вот это ты зря. Бо, отойди оттуда, блин. Я даже не успел, ребят, медведя выставить.
А я не уничтожил ее. Я думал, что я ее подбил. А что там тогда взорвалось? Сорян, ребята. Так, что-то у нас тут как-то хорошо так прижучили. В плане всех троих кто, блин, как? Говорил же, блин, ненавижу, когда идем в толпой все в одну точку, блин. Если бы кто-то додумался бы обойти сбоку, бы могли бы по-другому, ребят, все разыграть. Нет, блин, все идут, блин, в одно место, блин. И опять мы, блин, повторяем те же самые ошибки, а? Блин, я даже медведя не успел выкинуть. Ну, двоих уже нету, все, ребят. Кактус, ну, конечно, пока ты с этим дерешься, ты, соответственно, тратишь заряды. Нет, пошли-ка вы в задницу, ребята, я вам скажу. Я застрял на вот... Пипец, на корнях просто застрял. Тут лес вот этот, блин, и корни. И я не могу пройти. Иду, блин. Чё там такое, блин? Да-да-да, побейся по голове шарфом этим, блин. Ой, тупизм, а. Ну, как-то, конечно, выгодно. Ему он стреляет одним залпом, но у него снаряд разлетается. Он может подсветить кого хочешь, блин. А у меня одна зарядка, ребята. Просто один заряд летит, и все. Ну, у них одна осталась фараонша, и все, ребят. Ну, одной, конечно, тут делать нечего против троих. Я уже понял, что здесь лучше, ребят, не высовываться слишком далеко. А, замедление. Фью. Ну ладно, отыграли. Одну битву, ребят, отыграли. А кто это такая? Ну, нет, не Шелли же, наверное, с такой пушкой. Так, ну, судя по всему, один бой осталось, ребята, сыграть мне. И будет нам счастье. Слушай, хорошая команда. Особенно Динамайк, он хорош против... Блин, опять, опять Брок уснул, ребят. Вот когда он, ребята, три залпа делает. А скажи, нахрена ты так сделал, Рэй? Он бегает, суетится. Нет, 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 нет. Кто там прыгает, я не могу понять. Ловили все-таки его. Так, ну их двое, ребята. Тут где-то... Ну, Макс-то вон, мы видим, где она бегает. А как мы их подбили? Я что-то прозевал эту вспышку, ребят. Так, Брок, значит, там встал, да? Подсветил он тебя, подсветил. Ну что, остается одна Макс здесь. Я не знаю, как он тут будет выкручиваться. Шансов ноль. Шансов ноль. Ну что, второй раунд, ребята, отыграли мы. Очень даже неплохо. Да господи, еще не набил, ну... Я уже думал, что все, сейчас будем радоваться. Нет.
Радоваться мы не будем. Так, бул. А у них бул индейец, ребят. Ты слишком близко, парень, встаешь, чтобы просветиться. Ау, 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 вышел, вышел, блин. Сам виноват, друзья. Не получается, не получается. Макс, ты, конечно, ускорение. Бул, куда побежал? Бул-то куда побежал? Молодцы. А Бул там, видимо, ребята, завалил того пердуна. Так, пойду-ка я, наверное, к Макс. Сейчас посмотрим. Угу, там Макс бежит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, на каждой бомбе. Так, Макс, не высовывайся туда слишком сильно. Ну, я медвежонка вызвал. Посмотрим. Так, пойду я тогда сюда. Подобьет. Ну, конечно, подобьет. Ульту потратил, чувак. А, у него еще и защита была. Щит. Ага. А я-то, конечно, да, набрался храбрости выйти с ним лицом к лицу. Так, окей. Давай свою награду. Случайный приз. Блин. Что они могут дать еще тебе, кроме 25 силы, а? Ничего. Так, по-моему, заданий у нас больше нет, насколько я помню. Ну что, покачаем персонажа тогда на десятку. Тут максимальный уровень, друзья мои, не подскажете какой, а? Ну, я так понимаю, наверное, 50-й, может быть. Кого качать? Так, у нас Шелли 6-го уровня. Бухарик Барли 7-го уровня. Пайпер. Так, у нас Фрэнк. Слушай, Динамайк. Этот у нас вообще не участвовал в боях. Может быть, за него поиграть. Грифа можно прокачать до десятки. И база. Давай, наверное, начнем с грифа. Возьмем с тобой... Так, тут-то я что-то не открыл. Слушайте, ребята, а почему здесь нет таких событий, как вот раньше? Вот она, роборубка, последний рубеж. Да, а, до начала события. Испытание с окуленком. Блин, ну почему именно броболта, блин? Ну давай. Уж больно хочется мне тоже этого. Ну, конечно, я взял тут персонажа, за которым толком играть-то не умею. А чё, ворота пустые? Рэй, ты чё, блин, а? Такой, сосай, сосуля! Так, тут главное их не пропустить, ребят. Ну, куда ты? Да ёпарасете, блин, а этот цыпа, блин. Спит, блин. Мяч беру, пошли, погнали. Да куда ж ты пнул-то, зараза ты мелкая. Ушатают, понятно. Не, Макс, ты одна не справишься. Да в плане, блин, ну я бежал к мячу. Да какого хрена он его не взял-то, блин. Идиота кусок, блин. Я бежал к мячу, ребята. Я не знаю, что произошло, блин. Я ведь не могу. Я, интересно, я могу в свои ворота забить гол?
какого хрена, блин? Побежал, блин. Ну, блин, эта пищалка тут навозная. А что эта свинья делает? Взрывается просто. Иди ты нафиг. Есть. Иди ты, блин, со своим бизнесом. Open for business, говорит. Мы будем... А мяч-то где? Это не наш хил. Давай, эту возьми битку-то. Вон, 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 вон. Ребята. Бим-бим-бим-бим. И сдох, блин. Такс. Выпнем в зону, блин. Восьми, прикрывай. Ауч. Ну вот, они вышли втроем, а вы вдвоем. И он уже говна наклепал. Там только взрывы, ребят. Да вот уж нет. Да епарсете, ну чё вы, блин. Пипец. Вот ты мне объясни, почему они резаются быстро? Их только разнесли, они уже резанулись все. Маразм, а. Просто маразм. Почему они действуют-то быстрее, блин? Нет, гриф здесь не подходит, друзья. Гриф, ну вот, никак не подходит. Придется тебя поменять. Не хотел, не хотел, ребята, честно скажу. Вот и... А, максимальный уровень 11, друзья мои. 5000 стоит. Обрушится вниз свой локоть, притягивая врагов к месту приземления. 5000 монет? Охренеть. Кто бы здесь мог нормально... Я даже не знаю, если честно. Кто бы мне тут... Ну давай Прима возьмем. Нафиг ли делать? Посмотрим. Правда, дальники его будут такие как... Ну ладно. Эль Прима. Так, так, алкаши все эти. Подуй, ребят, наверное. Пора. Трави, 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 трави. Я понес. Есть. Эль Прима. Эль Прима. Ну, погнали. Есть. Отлично. А тут они молодцы. А я-то где в этот момент? Там где-то разборки. А, да, я же там разборки наводил.
Испытание с Кулёнком, награда. Так, за первую победу случайный приз. Ну-ка. 50 блинков. Слушай, подожди, а тут... ну-ка, подожди секундочку. Ага, 2 победы, 3 победы. Тут у нас мечта вратаря, потом будет пляжный волейбол. Ладно, фиг с ним. Слушай, я так суперудар этот и не испробовал. Он, ребят, долго, очень долго копится. Вот этот кулак, который там есть. Блин, макака. Ладно, сильно не упендриваемся, ребят. Погнали. А чё этот-то стоит? Есть. Нормально. Давай не высовывайся. Блин, ребят, мы не подставляемся, но... А никто ведь не захотел подставляться, да? Давай, бей, забивай, ну! Красавчик. Есин Пучкин. Фига у него там скорость. Слушай, ну нормально. Так, вторая победа у нас, да? Эпик. Так, слезки для Була. Погнали дальше, друзья мои. Пока Эль Прима отжигает. Ну как отжигает? Больше отвлекает, чем отжигает. Но тем не менее. Ать! У них тоже Эль Прима, ребят. И у них кактус. Ладно, посмотрим. Погнали! Давай, забивай! Да ты будешь бить-то, придурочный, блин! Ходит, там обводки делает, баран, блин. Я подбили меня. Ну, я так целенаправленно, ребята, шел на подбивку. Сейчас подойдем. А что с этим дурачком? Не-то... А, вау. Да перехвати ты мяч! Так, меня вот эта Эль Прима раздражает. Есть! Слушай, как он быстро отхилялся. Он, наверное, в кустах хиляется быстрее. У него вот такой перк стоит. Замечательно. За третью победу. Эпик. Скин, да? Новый скин для Bubblegum Bibi. А, Bubblegum Bibi. Bibi это у нас с бейсбольной битой. Сколько там еще нам надо? 6 побед. 6 побед. Нет. Еще 3. 3 победы. Пляжный волейбол. Ну, давай посмотрим, что тут за пляжный волейбол. Ну, тут понятно. Тут ребята с препятствиями, как всегда. Кустов дофигища, блин. Все, что я ненавижу, так скажем. Я тебя сейчас побомблю. Ну, друзья мои, я не знаю, как тут есть. Я уже думал, что нифига не прокатит. Погнали. Давай, забивай. Ну, тут быстро. Тут быстрее ветра прошуршали. Я, кстати, не вижу, чтобы у меня работал перк по поводу
обжигание, когда меня касается кто-то из противников, чтобы я наносил ему ожог. Эх, редкий. Я готов. Я этот суперудар, наверное, никогда не испробую, который у меня новый, с кулаком. Когда он бежит, ударяет локтем. Ух, ё-моё, шарф у них тут. Миш забивает гол. Шикарно, Миш, шикарно. В такой возне ты просто красавчик. Так. Ну что ты делаешь? Миш. Ладно, простоял и славненько, ребят. Хотя бы он хотя бы отстоял. А что мы на него-то отвлеклись? Вау, меня наказали. А мяч-то где? Я мяча не вижу, ребят. Мяч вон он, мяч у нас. Уже у нас. Ну что, делаем? Так. Ну! Нормально. Так, я этого сейчас прижу еще. Он дал мне пас, а я... Ну! Есть. Ай, нари-нарай, нари-нарайс. Табло там разносил, блин, всем. Так, за пятую победу. Ну-ка. Опять редкий. Получается... Ага, еще одну победу, друзья мои. И акуленок будет у меня в кармане. Акуленок будет у меня в кармане. Что приятно радует. Буду... Фига тут у вас скины, ребята. Так, кактус, узнаю тебя, не спрячься. Давай, иди сюда. Эх, короток, короток, ребят, не могу. Блин, подбило, да? Швабра далеко бомбит. Стой, сейчас приду тебе на помощь. Да твою-то налево, ну. Ну, у кого-то мяч-то? Они что, без мяча, что ли, там бегают? Нет, мяч он там лежит, ребят. Прикрывайте, ребятушки, меня. Ну тут не получается никак. Ну-ка, забьем, как думаешь? Да вы возьмите вы мяч-то, твою мать! Ты, ну вы серьезно, ну бараны что ли, я не пойму, ну... Блин, ну такой был момент, ё-моё, он там ходил, сопли жевал, идиота кусок, блин.
Где мяч? Мяч так, я даже не взял его, придурочный. Так, преграды, ребята, сейчас уйдут все. Вот в чем суть. Бери кактус, погнали. Бей! Есть! Фух. А, это Брок? Я думал, кто... Брок, он молнией там бомбит. Нормальный скин. Поздравляем, испытание пройдено, друзья мои. Ну что же, я получаю окуленка. Редкий. 25 сил. Ну что, может быть еще. Но, в принципе, друзья, неплохо. Мне понравилось. Испытание с окуленком. Все, закончили. Закончили. По квестам у нас глухо. Ну, давай, наверное, еще кого-нибудь прокачаем до десяточки. До десяточки. Сейчас, ребят. Алкаша, что ли, прокачать? Блин, ну за Морти я не знаю, как, ребята, буду играть я. Давай вот этого. Возьмем его и... Ну, нокаут, наверное, возьму. Потому что в нокауте быстрее всего проходят бои. То есть щелк-щелк. Либо мы, либо нас. Ну, а дальше... А дальше награда и дальше уровень. Так, Мортис. Понятно. Рока-пока. Да заглохни ты, господи. Так, не высовываемся. А куда тот-то побежал? Можно вопрос? Ау, 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 ау. Только стоило выйти, ребята, и все. И Мортис тут как тут. И Мортис тут как тут, блин. Стоило этого оставить здесь одного, блин. Баран. Ты видишь, где Мортис? Да он один, блин, двоих щелкает. Или... Ну все, 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 все. Бесполезно. Ну, понятное дело, ребята, я беру новичка, блин, ну, к себе я имею в виду новичка. Давай попробуем. Блин, ну мне надо его качать. Тогда давай не нокаут возьмем, а... Снайпер? А что за нокаут, снайпер? Ну, я так понимаю, локация, наверное, будет другая. Оу-оу-оу. А че там как-то? Для меня это новое, ребята. Я поэтому не знаю ничего, что буду... Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Грохнули меня. Достоялся. А всего-то за него, да, друзья мои? Из-за этого гаденыша. В наглую. Но! Там у них индеец Джо остался, да? И не только. Да ты подлечись, иди. Пипец, меня переловили, ребят, к сожалению.
Ну у него дальше стреляют, стреляют эти. Что я могу сделать, блин? Слушай, дай я проверю, влияет ли персонаж. Просто хочу проверить, влияет ли на подбор игроков персонаж, которым ты играешь. Я вот в этом плане имею в виду. Мне его качать не надо, я просто гляну, ребят. Ну что ты застрял-то, господи. Так, у них там, понял. Минус один у них с их стороны. Дырил, не в совесть. Так, Леон у них вон там. Слушай, у них где-то Шелли прячется. Есть. Пока ничего не понял, если честно. Минус Шелли сразу же, ребят. И остается один Леончик у них там. Остается один Леончик. Ну, бомбанули. Блин, ну мне он не нужен. Мне нужен этот. Хорошо, давай возьмем другого персонажа. Не обязательно нам кэшбэк этого качать. Давай посмотрим, кто у нас еще там есть. Ну вот, например, База. Я не знаю, как он для нокаута. Этот бас. Сейчас глянем. Блин. Не совсем подходящий вариант, если честно. Да не подсовывайтесь вы. Так, хорошо. Куда мы переместимся? У них там один остался. Я пока бегал тут, тренировался, блин. Да. Бегал, смотрел, тренировался. Опа. Минус. Так, там Нита остается у них, да? Оставалась. Да не бубни ты, бас. А, ты баллов не получил, потому что ты никого не подбил, что ли, или что? Не понял я. Он не получил опыта, потому что никого не тронул, не задел, не подбил. Из-за этого или еще в чем проблема-то? Кэшбэк, блин. А где я-то? А, вон он я. Но жду. Плане, да как? За 3 секунды-то, ну, один выстрел. Один выстрел, один труп, так что ли? Да. Восьмибитка, ну тут тебе не светит ничего против двух. К сожалению. У них шарф, а шарф ты сам понимаешь, что такое. Он же сейчас спрыгнет. Да. Шарф это такая зараза.
Ну, они, ну вот, вот вы что вы делаете? Ну ладно, хорошо, один. И кэшбэк завис, блин. Вон он, ребята, это робот. Прячется. Эх ты, восьмибитка, восьмибитка. Восьмибиточка ты наша. Ну куда ты, Кольт, лезешь, блин, ну? Вон он шар, друзья мои. Так, он за мной охотится, да? Есть. Кустарный хмырь, а? Смотри-ка. В кустике он там побежал. А, ребята, а можно вопрос, а почему я опыт-то не получаю? Что случилось-то? Все? Закончился опыт, блин. Я думал до 10 уровня прокачать, да? Нокаут. Это, наверное, ну-ка. Это, наверное, из-за нокаут снайпер. Это, может, как тренировочная, я не знаю. Посмотрим сейчас здесь. Ну, там опыт не шел. Ну, если здесь опыт не будет идти, я... Фига себе, кэшбэк. А, уж шарф. Готов. Готов. Так, снеговик, ну ты куда палишь контору-то, ну... вон тут, да, расписали их. Вот сейчас смотрим. Опыт. Злобный сундучок, а это посмотри на него. Не, ну тут все идет, ребят, плюс 8 кубков, вон. Почему там не было? Вот это мне не ясно. Ну что ж, давай последний поединочек, наверное, до 10 уровня. И будем на сегодня закругляться, ребят. Тын-тын-тын-тын. Это кто такая, не могу признать. Мортиш? Спалили контору, спалили. Хиляемся, ребята, не высовываемся. В плане ты, блин. Мортис, это не Мортис, ребят. Ауч. Это не Мортис, это какой-то непонятный странный перец. Странный перец. Да ладно, ты сдулся. Не суйся ты, он там сидит. Фига он подколол меня. А как он? Я не понял, блин. Он превращается в своего, что ли? Я подумал, что это из наших кто-то. Вон, смотри. Нет, здесь он красный. Но он был... Ребята, он не был... Он был синим, когда он отбегал. Вы... Потом посмотрите. Я подумал, что это возможность такая-то. Ну, скилл, блин. Типа превращаться под двойника. Но он только... Ай, короче, лопухнулся. Я вот это да, ребят.
причем так дебильно, не жестко, блин. Карлушу, ну Карлушу-то, блин. Карлуша добегался, допрыгался. Даже не знаю. Нита, ты, блин, совсем вот, вот страх потерял, я смотрю. Нормально. Есть, наконец-то, друзья мои. 10 уровень. Так, друзья мои, на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.